А в США небывалые снегопады и морозы уже привели к жертвам. Погибли 16 человек. Стихия охватила весь восток страны от Флориды до Нью-Йорка. Парализовано движение по автотрассам. Десятки тысяч человек сидят без света. В Нью-Йорке пришлось на сутки закрыть 2 международных аэропорта. Из-за этого принесли несколько рейсов из Москвы. Всего же в пострадавших штатах отменили или отложили более 4000 авиарейсов. Синоптики при этом предупреждают, к воскресенью холода еще усилится.